Сказать «Вау!» – ничего не сказать. Вчера я получила посылку от моего любимого Малевича. В очень красивом фирменном пакете скрывались спиртовые маркеры. Да, Малевич теперь делает, производит, предоставляет, предлагает маркеры. Я сейчас демонстрирую набор для портрета из 12 маркеров. Также здесь лежат мои любименькие, самые лучшие линеры различного диаметра. Сейчас я их, кстати, попробую. Вот. И еще несколько линеров без упаковочки, тоже различного диаметра. Вот я вам показываю. 2 эсочки 3 миллиметра. И сейчас я извлеку белую гелевую ручку, тоже для бликов, она мне пригодится. И еще для тестирования в замечательном фирменном пакете я обнаружила 4 замечательных маркера спиртовых. Сейчас на белой принтерной бумаге я покажу вам мастерство линеров от Малевич различного диаметра. Вот 2 эсочки, и в упаковочке я пробую 0,2, 0,1, 0,3, 0,5, 0,8, 0,05, самый мелкий. А сейчас перехожу к маркерам спиртовым. С одной стороны пуш — это кисть, и вот такой скошенный наконечник. Я покажу, как пишут все маркеры фирмы Малевич, которые были в моей посылочке, да. S207, такой серый холодный оттеночек, насыщенный. V103, более светлый. V205, V107, такой коричнево-серый. И вот сейчас я перейду к набору Skin, кожа. То есть набор для портретов, если вы любите рисовать мордашки. Обязательно приобретайте данный набор. Он состоит из 12 цветов. Вы можете делать переходы от более темных к более светлым цветам. Кстати, замечу, что здесь можно нарисовать как кареглазых, так и голубоглазых людей, мордашки. В наборе есть очень нежные цвета розового телесного цвета. Это огромный плюс. Приобретайте товары Малевич.